Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Четырехтактный двигатель телешоу «Импровизация». Именно эти актеры приехали 30 октября в Казань, чтобы выступить на сцене концертного зала «Уникса». Я первый раз за все города, в которых мы были, могу сказать, что я обожаю этот город. Мне очень нравится Казань. Перед началом шоу состоялась пресс-конференция, на которой актеры ответили на вопросы журналистов. Телеканал «Универ ТВ» оказался единственным телевизионным СМИ на этом закрытом мероприятии. Впрочем, эта пресс-конференция едва ли ею являлась. Актеры решили не отдаляться от журналистов, они просто сели прямо на сцену и провели дружескую беседу. Вопросов задавали много, серьезные и не очень, но почти всегда они заканчивали шуткой. Я длинный. Почему именно? Меня всегда всю жизнь везде называли длинный, длинный, длиннорос. Мы тебя так не называли. Вы, слава богу, ребят. Я на комплексе. Его бы называли красивый. Не-не-не, и мне всегда мой рост максимально устраивает. «Импровизация» — это комедийный проект от Comedy Club, главной особенностью которого состоит в том, что в нем нет сценария, нет никаких шпаргалок и заготовок, нет заранее придуманных шуток. Именно из-за этого телешоу «Импровизация» уникальное для российского телевидения и не имеет аналогов. Кроме этого, шоу проходит при участии зрителей. Нередко кому-нибудь из зрителей приходится оказаться на сцене. А вот уйти со сцены просто так не получится. Нужно сначала выпутаться из странной ситуации, желательно с юмором. Познакомьтесь с вашей коллегой, пожалуйста. Прекрасно. А можно и... Здрасте. Важно отметить, что до этого актеры не выступали в Казани, поэтому был настоящий аншлаг. По значимости это событие можно сравнить с гала-концертом фестиваля «День первокурсника», который прошел в этом же концертном зале 27 октября. Если вы пропустили это событие, то можете посмотреть его в записи на нашем телеканале. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.